Всем привет! Приветствуем на канале Lagoon Play. Доброго уточка, доброго дня, доброго вечера. О! Кто тут мне яичко оставил? Благодарствую. Так, что у меня там? А! Так, ребят, ну вкратце, я сегодня утром, побегал. Здесь. Что я сделал? Вы видите, что у нас выросли яблочки и кокосики. Спасибо сыну за то, что посадил яблочки. Вот, я там сделал фотку с ними, вот тут были яблочки. Сейчас, как вы видите, о, ничего себе тут, кто тут накидал. Ладно, это не мое, брать не будем. Яблочек нету, потому что все яблочки мы успешно собрали, правильно? Правильно. Так, давайте чуть-чуть рыбанем маленько, ради приличия. Что там у нас? Of course, яичко. Так, давайте сходим. Так, у меня что-то есть вообще такое необычное? По-моему, ничего нет необычного. Так, я сегодня не смог, потому что я рано утром играл. Я не смог зайти к ребятам и узнать, что они продают. Кстати, блин, по-моему, бабочка какая-то новая. Ну ладно, уже косячок. Так, ребята какие-то опять тут ведро какое-то продают, еще что-то. Здорово, здорово. Так. Здорово. Я хочу продать. Что предлагаю, сейчас увидите. Я предлагаю, ребят, смотри, что. Во-первых, так. Вот это предлагаю. Яблочек, вот целая куча. Кокосика. О, нормально так вот пойдет вам? Да, столько много всего хорошо. Давай-ка почитаю. О! 14 косарей, ребята. Вот они, яблочки-то какие. Отлично, отлично, отработали. Так, это мы что сразу такие тут, опа. А, замели, ну-ка, так, дарым-барым. И еще что такое. А, сразу заработали за то, что фрукты сделали. Опа, поговорить с соседями, 3 штуки. Совершенно верно, ребят, потому что теперь у нас 3 соседей. Оказывается, сын летал на остров и пригласил там какого-то чувака. Я-то девушку пригласил, Марина или как ли там, ну как она там, как его, вот. А Матвей куда-то летал, какой-то остров, и какого-то тур чувака пригласил. Короче, пойдем сейчас знакомиться с чуваками. Спасибо, спасибо тебе. Давай, благодарствуем. Так, я сейчас заодно что хочу сказать. Я утром собрал... Для второго домика тоже все приспособления. Картонная коробка какая-то. Да елки-палки, что ты там? Это мотылек. Это мотылек, ребят. Ну да, на Вике она как бы летает на этом. Так. В общем, я весь остров оббежал. Так что мы сегодня как бы краткий такой экскурс проведем. Мы сейчас сразу же возьмем все, что мне надо, и пойдем отдавать. Так, видите, у меня тут вон накидано все, потому что я... Ну, кстати, я прибрался, видите, у меня более стало так красиво, элегантно, скажем так. Так, что мне нужно? Так, это я помещаю в хранилище, это в хранилище, это в хранилище. Так, это в хранилище, это в хранилище, и это в хранилище. А, бросил. Нет. Русские яйца не бросают. Хранилище. Так, деревянное ведро, лавка из бревна и стол из бревен. И еще что-то там я делал. Так, сейчас бы вспомнить, что я там делал. Так, деревянный стул точно. Это тоже туда. Кровать тоже туда. Так, еще что-то. Так. А что же еще? А, кувшин. Да, я думаю, вот это все. Ну, сейчас мы пойдем как раз таки и проверим. Ну и давайте заодно, раз у нас стоит пообщаться с соседями, давайте найдем всех моих соседей. Так, где мои соседи? Так, наслаждая жизнью в другом месте, маг. Понял. Окей, Мак. Кстати, у Мака я вчера поймал бложку. Токи-токи. Я иду в гости.
Так. О, работает, смотри, что. Молодец, молодец. Так. Привет. Как вышло Golden Planet? Ты что-то хотел? Что делаешь? Что я делаю или что я мастерю? Вот смотри, я почти закончила табурет из ракушки. Сделай сам, занятие не для слабаков, но мне нравится бросать себе вызов. И результат того стоит. Не хочешь попробовать, сделаешь себе табурет из ракушки? Я покажу тебе как... Как? Шип-шип-шип. Конечно, давай. Я так и знала, что ты... Что по твоей части... Окей, держи инструкцию, осталось ее изучить вперед. Блин. Целая куча инструкций. Так, любопытно, что у тебя там получится. Мастерить что-то своими руками. Так, классно. Спасибо. Но у меня так-то есть табурет, но... Кстати, у нее такой декор интересный такой. Как сказать? Все так в классическом стиле. Так. С одной дамой поболтал. Так, мне надо найти теперь Мака. И нового соседа. О, благодарствую, кто-то мне оставил яички на дереве. Иди сюда, дорогой мой. Ну, сверчок, ну пусть будет просто, что как бы так. Охота. О, а это что такое? Блин, ребят, ну что-то непорядок. Я же вроде все копал. Кстати, обратите внимание, как вам сегодня мой внешний прикид. Мне кажется, я сегодня очень стильный. Все у меня так в тон вообще. Классно прям. Так, а где маг? Где маг? Блин, он говорит, я где-то отдыхаю в другом месте. Может, его сегодня нет? Или он пошел к соседу? Уже с соседом там отдыхают они. А? Яичко валяется. Так. Яичко упало и пропало. Мышка хвостиком бежала. Опа. О, еще яички. Да это что-то мне прям сегодня прет. Нифига себе. Так, ладно. Вот этот дом я построил. А, ну как, я всегда вещи все принес в прошлый раз. Ну что, зайдем в гости? Тук-тук. Я захожу. Ну? О, ничего себе, какой тут корешок. Здорово. Эл, это Эл. Привет, давай знакомиться. Ты ведь Logan Play? Я Эл. Матвей предложил мне сюда переехать. И тут как так здорово. Даже лучше, чем где я жил раньше. Ничего себе. На острове Райске есть вкусняшки, каких я еще не пробовал. Да хоть те же апельсины. Все, я понял. Но я был прав, что сынок его сюда пригласил. Так, ну теперь у нас на одно горло стало больше, которое захочет кушать. Так. А, нет, это ошибка, продолжим игру, я хотел другое нажать. Так, а как мне маг это увидеть? Да это не то, все, не то. Так. Так. Кстати, знаете, что я еще вижу? Я вижу, что там... Показано, что какая-то валяется. Да, вот здесь какой-то этот валяется. Типа, я не знаю. А, или он тут должен просто быть, я так и не понимаю. Так. Но мака тут нет нигде. А куда маг делся? Это странно. Маг. Ты где, братан? Братан, маг. Блин, что за фигня? Как так? Брошу тогда, ладно. Так, мака не видно. Так. Что мне нужно сделать? Мне нужно тогда вот это вот изучить. Запомнить новую инструкцию. Это выучил инструкцию сделать табурет из ракушки. Так, и заодно откроем сразу бутыляк. Ой, запомнить. Сделай сам. А, у меня он есть, да? Ну, тогда бросим.
Ну, это, конечно, маленько непонятная тема. Просто берешь, бросаешь. Как-то, если честно, странно. Логики маленько не поддерживаю эту вещь. Так. Взяли опять. Открываем. Золотая стена. Отлично. Здорово, я вот конструкцию сделаю. Золотая стена. Так, рад за тебя, но мака я не вижу. Так, но зато я вижу большую рыбу. Очень большую рыбу. И я хочу ее половить. Половить, половить. Бумс. Опа, держи контакт. Да ты чё? С ума сошла, что ли? Поплывок прямо перед тобой. А вот так. На, держи. Увидела? О. Ну, это камбала, это как бы... У нас он есть, этот камбал. Камбала, камбала. А, битком, да? Брошу. Ладно. Так, мака нет. Странно, мак, видимо, уехал на другой остров. Ну, ладно. Нашим проще. Займемся, значит, следующим делом. Так. У нас есть где-то второй домик. Вот он. Так. Участок номер 2. Предметы для дома. Мне как нечего сдавать? Так я же все сделал. Предписание. Так. Выберите предметы для дома и проверьте, какие предметы для дома требуются. Выберите предметы для двора и проверьте, какие предметы для двора требуются. Просим размещать предметы для двора в непосредственной близости от участка. Предметы для двора должны быть размещены прямо перед участком или в близости него по бокам. Просим разместить предметы по бокам. Я елки-палки не для второго делал. Я, видимо, для третьего делал. Так, ладно, ошибка вышла. Согласен, что... О, ничего себе, еще что есть? А, доски только, ладно. Ничего себе, денежки выпали, это надо же, а, как повезло. Монетка какая-то. Так, яйцо. А яйцо-то некуда ложить. Да, бросим его сейчас. Так. Да, это, видимо, я для третьего участка сейчас все сделал. Точняк. Так. А, сейчас мы предметы положим. Предметы для дома. Простая кровать из дерева, деревянный стул и кувшин. Все, сдать предметы. Вот, я же говорил, я все сделал. Оп. Отдаем. Я сдал 3 предмета. Все предметы для дома собраны. Так, теперь я отдаю то, что деревянное ведро. Бамс. Так. Ух ты, посидели. Так, и что тут у нас еще осталось? Скамейка бревна и стол из бревен тоже. А, подальше, хорошо. Так. Да что такое? Как не хватает места? Ну а так. О. Ну что, шикарно, ребят. Так, давайте... О, у меня, кстати, нету этого. Обалдеть. Сломал. Всем помощникам просим сдавать предметы на это здание по принятым предписаниям. Да я все сделал. Так, я все сделал, я все сделал. Я все предписания выполнил. Так, ладно. Все. Не знаю, почему он не хочет ничего делаться, но я все сделал. Кстати, еще тут дерево денежное сегодня выросло наконец-то у меня. Я тоже с него денежки собрал. Еще, кстати, пару деревьев где-то есть. Так, давайте я ракушки дособираю, те, которые уронил. О! Стопэ, удочка. Держи, подруга. Так, я сегодня нервный. Я с маком хочу поговорить. Мака нет. Я расстроен.
Так. Ты куда побежала? Так, еще один. Тихо. Эй, так я шуточку выбрал. Нет, не выбрал. Бам. Прям перед носом. Ай, зараза. Ладно. Так. Пойдемте, наверное, еще один раз счастье попытаем с маком. О, малипуська. Только не яичко. О, это кто такое? Что такое, не помню. Был у меня. Ладно. Так, все, здесь сейчас... Завтра уже начнется постройка. Так, ребятам, кстати, мост надо делать, потому что как они переберутся-то сюда? Так. Угу. Ну, у него свет не горит, видите, то есть выключено, я как понимаю, что его действительно нет. Ну, ладушки. Так, пойдемте посмотрим, рыбка у Blazers это есть или нет, что-то я так как-то и не помню. Потому что я ж не один рыбок сдаю, я окаменелости в сия регионе. Так, кстати, еще в этот я не сходил. Как его зовут? Кто Мунуку? Пожертвование. Хорошо. Ладно, я понял тебя. У меня ничего нет, потому что я, все-таки эти рыбки, оказывается, у него все есть. Ну и ладно, тогда бегаем к тому нуку. Так, здорово, бро. Я выполнил второй заказ по второму домику. По третьему даже, точнее сказать. Сейчас зайду сюда пока. Так, вас приветствует нук терминал. Так, использование нук терминал 6 дней подряд 250 мили. Отлично, выбираем услуги из списка. Так, каталог. Что у нас там есть? Ха, мусорный бак, да, это прикольная тема, я его возьму. Поставлю на улице. Портативное радио, это есть. Что-то очки такие, не помню. О, прикольный жилет, хочу себе такой жилетик. Прикольный вообще. Так. Ну, остальное что-то я это... Так. Еще у меня такой вот вопрос возник. А если я это как его... Использую вот эти мили нука. Там есть вот эти вот штуки. Так, я, во-первых... Да, я хочу билет купить. Да, потом сгоняем куда-нибудь. И там еще были... Как их зовут? Продаются. Мне кажется, их надо использовать, потому что... вот эти, да. Прически. Да. Тем более мили-нуки. Вот этот мили-нука, я не знаю даже, на что их тратить. В принципе, наверное, на то, что только здесь есть. Хотя, может, потом что-то будет другое. Так, ладно. Так, ага. Да, здорово, кажется, все просто. Ты думал. Я научился делать поп-прически, попробую освежить стиль у трюмо или у зеркала. Отлично. Ладно, будем стиль свой менять тогда. Так, и еще, там еще какие-то две есть. Да, модных причесок тоже вот. Да, давай тоже. Мне кажется, что надо все вот эти вот, какие есть там карточки, их надо все взять, чтобы потом, может, что-то другое появилось. Так, да, все просто. Модные прически. Да, я знаю, мы сейчас это сделаем. Завтра будем модные. Так, и что у нас там последняя еще какая-то? Вот, да.
Какие-то цвета для волос. О, да мы сейчас еще и покрасим волосики. Великолепно. Вот так вот. Прекрасно. Круто. Все, понял. Кажется, все просто. Отлично. Окей, смешаем. Пока-пока. Так, ну вот, в общем, вот так вот мы вкратце побегали. Выполнили такое, как говорится, все, что нужно было. Остальное, вон, видите, кстати, желтый домик появился тоже, да? Красный, розовый, это, видимо, играющие игроки, а желтые, это, типа, как гости такие, грубо говоря. Ну и, ребят, вот так вот, будем готовиться к новым поселенцам. А пока всем пока, до новых встреч, до свидания.